Так, сегодня расскажем, как проверить головку двигателя. В общем, разобрали свою машину, Газель. Укидывал у нас прокладку из-под головы. Хватало на 1000 километров. Прокладку меняли уже 2 раза подряд. Третий раз решили проверить. Сейчас покажем, как проверить головку своими руками. Не возить ее никуда, не платить за это деньги. Берем обычный уровень. Главное, чтобы он был ровный. Поверхность, да, чтобы была ровно, идеально. Чистим головку. На голове, чтобы не было ничего вообще. И прикладываем. Так. Прикладываем его сюда. Вот. Берем фонарик и светим с той стороны. Будет видно, как голова изведена. Видно сейчас сильно. Да, коромыслом. По краям лежит плотно, а в середке просвечивает. Так вот легко и просто проверить голову. Ничего не видно. Тут хорошо видно. Да, вот просвечивает все. Так что никуда не возите, не платите деньги, а просто проверьте сами. Для начала, ровно ли голова у вас. Тут так очень сильно изведено. Да. Паузу. Сейчас проверим еще ее с этой стороны, поперек. Нет, видите, ничего не просвечивает. Значит, она изведена так в одном положении. Так. Вот так. Тут тоже все плотно. Так. Тут тоже нет просветов. Изведена где-то посередине. Да, и вот итог. Голова изведена коромыслом. Можно посмотреть щупом, проверить. Допустимо, сколько там, 0,01. Допустимо, 0,3. Если уже там 0,03. Сейчас все посмотрим по диагонали, как она у нас. Вот так. Не знаю, вам видно или нет. Но так, на взгляд, видно, на камеру плохо отражается. Изведена чуть-чуть совсем. Но кривовато. Уровень проверяли, прикладывали к другим ровным поверхностями. Все в порядке с уровнем.